Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам маленький обзор. Начнем вот с батареек. Заказала батарейки на AliExpress для напольных весов. Номер 2032. 5 штучек. Хочу еще показать вот такие вот патчи, наклейки на нос от черных точек. Как пользоваться? Может, кто не знает, нужно распарить лицо. И чтобы нос оставался влажным, тогда наклеивать. И можно даже помочить чуть-чуть, смочить, чтобы все это хорошо приклеилось. И когда высохнет, эту наклейку отрываете и увидите, что у вас нос чистый становится. Вот, заказала себе такую подвесочку из черного агата. Не маленькая, хорошая, красивый камушек. Были разные. Но я заказала себе вот так. И заказала вот такие бусинки с АБ-эффектом. Кто не знает, это такие блестящие. Аврора Бореалис называется эффект. Только вот эти вот бусинки простые. Можно их ставить как проставочные, так, прозрачные бусинки. Где-то, наверное, 4 на 5 миллиметров. Вот это такой дымчатый цвет. Знаете, как дымчатый кварц. Поблескивает красиво. Вот такой вот зелененький, тоже с эффектом. Это поменьше, наверное, 3 миллиметра. Эти тоже такие, только потемнее цвет. Красивые очень. Вот эти прозрачные. Похоже на чешское стекло. Такие беконусы. Давайте посмотрим. Вот это такие вот застежки. Вот так вот они застегиваются. Получается такой кулончик, можно делать подвесочку. Очень красивая вещь. В заказе их 3 штуки. Вот такие проставочные бусины, сантиметровые, их 6 штук в лоте под бронзу. Вот такие 2 бусины тоже. Симпатичные. Сказала еще вот волнистые диски. Их 20 штук в лоте. Попробую. Таких еще у меня не было. Хочу попробовать. И вот такие тоже проставочные диски. Их 20 штук должно вроде бы быть. Так, 6, 8, 10. Меньше. Ну вот это все, что было. Что пришло. Вот такие заказы я получила с AliExpress.
На этом все.